Глава Воронежской метрополии принял участие в церемонии награждения победителей 8-го регионального детского фестиваля «Старая-старая сказка». Соревнование проводилось по нескольким номинациям – авторская сказка, детский рисунок и декоративно-прикладное творчество. Перед началом церемонии награждения в фойе Воронежского концертного зала митрополит Сергий посетил выставку работ участников конкурса. А затем владыку пригласили на сцену для вручения наград в номинации «Конкурс рисунков». Когда мы читаем сказку, когда эта сказка становится нашим воспитателем и нашим героем жизни, мы воплощаем в жизни те или иные какие-то характеры героев сказки и преображаем их по-своему. И сколько вот людей на свете не живет, он вам расскажет одну и ту же сказку по-своему. И это замечательно. В рамках детского фестиваля «Старая-старая сказка» в этом году приняли участие более 7 тысяч девочек и мальчиков. Победителями и призерами областного этапа стали 80 человек и 3 творческие студии.